Вітаю в ефірі студія «Репортер», з вами Тетяна Боромбій. У наступні декілька хвилин поговоримо про оновлення від МОЗ, про вакцинальну кампанію, а також у новому для України штамі «Дельта». Та чому все ж таки необхідно прийти і зробити щеплення. До нас приєдналася Євгенія Ярош, спеціаліст відділу управління та контролю якості медичної діяльності. Дякую, доброго, що завітали. І Олена Артьомова, директор дитячої міської лікарні номер 3. Дякую, що завітали до нас. Розпочнемо, напевно, з МОЗ. Вони дозволили, скажімо так, робити щеплення дітям від 12 років. Якими препаратами будуть вакцинувати дітей та чи є відмінності щеплення від дорослих? Міністерство охорони здоров'я посилається на ВОЗ, так, і видали наказ від 17.07.21, де прописано, що рекомендовано вакцинувати дітей від 12 років, якщо в них немає противопоказань і якщо у них є показання на щеплення. Тобто це діти, які хворіють на хронічні захворювання, цукровий діабет, або онкологічні захворювання, або будь-які супутні важкі захворювання, які отягощають їх життя, скажімо так. Також це група дітей, які планують виїжджати за кордон на лікування або на навчання. Також група дітей, які їдуть за кордон для воз'єднання сімей. І, в принципі, це всі групи, які можуть вакцинуватися. Тобто, яким рекомендовано, це не обов'язкова вакцинація, це вакцинація за бажанням. А чи є якісь, можливо, відмінності від щеплення для дорослих? Вакцинація буде проходити тими ж вакцинами, в тих же дозуваннях, як і для дорослих. Вакцинація буде проходити Pfizer або AstraZeneca. В принципі, проміжок між першою і другою дозою так само залишається, як і для дорослих. Тобто, придержуємося всіх тих правил, як і для дорослого населення. Чи можемо ми сказати батькам, які все ще хвилюються щодо вакцини, що вона безпечна, що вона дійсно допоможе дітям зробити їх імунітет сильніше? Чи є якісь дослідження, які це показують? Звичайно, дослідження, які ведуться у всьому світі зараз, і сучасні дослідження показують нам, що на 90% знижується захворюваність, або якщо ви захворюєте, ви переносите хворобу у легшій формі. Тобто, в будь-якому випадку перебіг буде більш легко переноситись, і я вважаю, що 100% потрібно вакцинуватись, підходити до цього питання обдумано, зважено, тому що це добровільно, але все ж таки ви маєте прийняти це рішення дуже відповідально і щодо себе самих, і щодо ваших дітей, підлітків. Тому це важливе рішення, я думаю. Олена, у розрізі цієї теми не можу не запитати. Навчання у школі залежатиме саме як від вакцинації дітей, так і від вакцинації саме вчителів. І ми всі знаємо, що дистанційка вплинула не тільки на, скажімо так, оцінки учнів, але й їх самопочуття. Як вакцинація сприятиме, скажімо так, навчанню дітей? І з якими проблемами стикнулися діти на дистанційному навчанні? Ну, я, може бути, цей вопрос не вполне ко мені в відношенні, як вплинула на навчання. Но я могу сказать, как это вплынуло на здоровье, да, потому что то количество детей, которое мы пролечили, у нас детская городская клиническая больница номер 3 является опорной лекарней по лечению детей с ковидом. Я хочу сказать, сколько детей было как раз вот исключено из лечебного процесса, из учебного процесса. У нас в больнице было пролечено 500 детей с ковидом. Ну, чуть больше половины из них это были и родители, в том числе, которые находились у нас в больнице. И я хочу сказать, что, конечно же, дети, переболевшие ковидом, ну, на месяц как минимум выходили с учебного процесса, а были дети, 65 детей у нас были в интенсивной терапии, естественно, что их курс лечения продолжался иногда до 3 месяцев. Поэтому я бы хотела сказать о том, что настолько важно сегодня иметь коллективный иммунитет, потому что сегодня мы стоим на пороге нового вызова, и этот новый вызов – это новый штамм «Дельта», который сегодня уже свирепствует с конца прошлого года в Индии.
Наразі вже і в Україні. І ми знаємо, що, да, що таких штамів ну, несколько, і кожна нова мутація, і альфа-мутація – це британський штам, і бета-мутація – це южноафриканський штам, і дельта-мутація – той же індійський штам. Он каждый несет новую угрозу и новую информацию, и новые отличия. И в частности, ну, значительной отличительной чертой дельта-вируса является то, что он имеет определенный новый рецептор, рецептор, ассоциированный с белком, белок, который несет информацию, домен белка, это шип. Вы знаете, что на картинках везде показывают о том, что, что собой представляет под электронным микроскопом вирус коронавируса. Да, mm-hmm. Это РНК-вирус, который имеет форму шара, и вокруг него шипы. Так вот, шипы – это те же белки, и рецепторы на этих белках, на этих шипах – это липопротеин, который как раз и отвечает за прилипание к рецепторам на слизистой оболочке бронхолегочной системы у человека. И поэтому особенность, отличительная особенность нового штамма является то, что если для того, чтобы заразить другими штаммами, необходима была большая концентрация вируса для того, чтобы прикрепиться на этот рецептор, то этот штамм отличается высоченной контагиозностью. То есть высоченной заразительной способностью. Его достаточно минимальное количество для того, чтобы попасть на рецептор и заразить человека. И я хочу сказать, что вот как раз отличительной чертой и то, что прошлые штаммы, они в меньшей степени поражали детей, то новый этот штамм Дельта, он в связи с тем, что он очень контагиозный, а значит, обладает большой заразительной способностью, а у маленького ребенка, ну вообще у детей есть такая анатомофизиологическая особенность, еще незрелость системы, рецептурной системы. И вот количество рецепторов на слизистой бронхов, в легких, на слизистой носоглоточной, носоглотке, оно незначительное. И когда необходимо было вируса большая концентрация, то дети все-таки меньше фиксировали эти вирусы на своих рецепторах из-за их недостаточного количества, то сейчас нынешний штамм, ему достаточно даже один рецептор для того, чтобы проникнуть и заразить. И в этом, конечно, его опасность. И по вирулентности он даже соизмерим. Вот я просто смотрела издания европейские, американские. Вот, они даже сопоставляются с распространенностью ветряной оспы, потому что ну, достаточно высокий, может, высокая степень заражения. Может, по-иншому проявляется у детей, чи симптомы те же сами? Я хочу сказать, что, во-первых, отличие еще его в том, что его инкубационный период значительно меньше. Если средним, если первый нулевой фактически уханский коронавирус, он, инкубационный период его был где-то приблизительно от 2 недель, иногда даже до 3 недель, то следующие, последующие штаммы вируса альфа и бета, они в среднем от 7 дней и до 10 дней, то этот вирус сократил свой инкубационный период 1-3 дня. Клиника, в общем-то, достаточно схожа. Высокая температура, катаральные проявления, мышечные боли. Вот. Симптом снижения там, нюха или отсутствия запаха, он вообще практически ну, сегодня не имеет такого значения, как он имел при тех других штаммах. На сегодняшний день, и это говорят ученые и доктора, которые сейчас вот, уже в течение полугода столкнулись с этим вирусом в Индии и в других странах, они говорят, что все-таки количество в симптомах интестинальных синдромов увеличилось. Это дисфункция кишечника, это понос, это выраженная интоксикация. То есть эта симптоматика тоже чаще присутствует не только у детей, но и у взрослых. И вот я хотела вернуться к тому, что вы мне вот задали вопрос по поводу вакцинации. Хотела сказать, что для того, чтобы создать фактически коллективный иммунитет, надо, чтобы практически 70% населения территории, ну это в каждой стране или населения Земли, были им, или переболели, либо имели, ну, или вакцинированы. Да. И я хочу сказать, что новые штаммы появляются только тогда, когда большое количество людей болеет. Когда для вируса тогда создается абсолютная
плацдарм для того, чтобы все новые и новые появлялись мутации. Чем меньше будет в популяции циркуляции этого вируса в процентном отношении, тем меньше будет мутаций. Поэтому вот самая главная задача вакцинального процесса – это минимализировать не только количество заболевших, но и тех штаммов новых, которые могут быть более агрессивные, более смертоподобные, і для того, щоб от побідіти ту пандемію. Ми наразі бачимо, що кількість інфікованих вона збільшується з кожним днем. Євгенія, тож питання до вас. І Міністерство охорони здоров'я України, і департамент наш регіональний охорони здоров'я кажуть, що незабаром очікується третя хвиля коронавірусної інфекції. За якими показниками проводять саме такий аналіз, як аналізуються, скажімо, процеси, за якими можна стверджувати, що саме ми на порозі третьої хвилі? Ну, ми взагалі кожного дня подаємо сводки захворюваності. Тобто це захворюваність за добу, захворюваність серед дорослого населення, серед дітей, серед медичних працівників, кількість людей, що вилікувались, кількість підтверджених випадків, кількість померлих за добу. Тобто проводяться аналітичні дослідження в динаміці. І коли ми бачимо зростання всіх показників, показників захворюваності, тому ми можемо предвидіти, скажімо, наступну хвилю захворюваності. Чи готові наші обласні лікарні до нової хвилі? Наші обласні і міські лікарні. Ми взагалі маємо 13 опорних лікарень. Це лікарні першої хвилі, лікарні другої хвилі, які визначені наказом департаменту і міністерським наказом, які у повній мірі забезпечені і засобами захисту для медичного персоналу і киснем. Взагалі повністю забезпечені обладнанням, препаратами медичними, кадрами. Тобто ми взагалі готові, але ми повинні тримати на пульсі, включатись не коли буде вже 60-80% хворих в лікарні, а коли ми на порозі, скажімо, цієї хвилі. Тобто потрібно підготуватись до цього завчасно, потрібно вакцинуватись. І вакцинація – це наше все. Те, що ми рекомендуємо всім і кожному. Я також вакцинувалася ще на першому тижні, коли з'явилась вакцина AstraZeneca. Всю свою сім'ю вакцинувала Pfizer-ом, коли він з'явився. Тобто, яка вакцина була, тобто я агітую всіх знайомих, близьких і просто глядачів. Не зневажайте вакцинацію, звертайтесь, будь ласка, це не страшно, це небезпечно. Це безкоштовно. Це безкоштовно, доступно, тобто будь-хто може звернутися у вакцинальний пункт, в час роботи вакцинального пункту, або організації вище 50 осіб за бажанням можуть викликати на себе вакцинальну бригаду, яка приїде до вас персонально на роботу, ваш колектив, провакцинує вас усіх на наступну вакцинацію, на ревакцинацію, вас усіх викличуть або також приїдуть і проведуть її. Наступним кроком буде отримання сертифікату свого сімейного лікаря. Це теж всі процедури безкоштовні, прості у використанні, безпечні. Тобто ви, звичайно, повинні звертати увагу на протипоказання, але якщо у вас протипоказань немає, ви відчуваєте себе добре, то, будь ласка, вакцинуйтесь. Розкажіть, будь ласка, як борються з ковідом у третій лікарні дитячій? Чи вистачає обладнання? Що саме робляться для того, щоб допомогти людям саме одужати від цієї хвороби? Ну, самое главное, что есть в дитячей лекарне номер 3, это, конечно, это наши кадры, обученные кадры, это подготовленный персонал, который работает с ковидом уже полтора года. Наша больница является опорной, как уже говорилось. У нас выделены 120 коек для ковидных больных и плюс 24 койки для интенсивной терапии. Абсолютно все койки, те, которые сегодня существуют и предназначены для ковида, они обеспечены кислородом. У нас есть кислородная станция, которая сегодня уже заканчивает. Мы увеличиваем ее мощность, и она будет работать с большей мощностью.
У нас есть абсолютно, ну, у нас есть полностью соответствие требованиям Национальной службы здоровья. У нас есть заключенный пакет, сейчас вот доп. Года мы подписываем на следующий месяц по лечению детей с ковидом. Сейчас рассматривается, мы подали сейчас документы на лицензию для того, чтобы мы могли лечить и родителей, которые по жизненным таким обстоятельствам тоже заболели ковидом и поступают с детьми в нашу больницу. И поэтому мы даем возможность тоже, в общем-то, хотим, оказываем им помощь, точно так же, как мы оказываем помощь детям. У нас в достаточном количестве есть оборудование. Я говорила о том, что и дыхательные аппаратуры. У нас есть оборудование, которое по требованию Национальной службы здоровья высокопоточная оксигенация предназначена. У нас есть достаточное количество расходников, у нас есть достаточное количество медикаментов согласно протоколам лечения, ну и, в общем-то, до средств индивидуальной защиты, которые просто каждый день мы используем. Вот. Поэтому мы готовы, абсолютно готовы на все вызовы, которые сегодня вот могут быть. Мы готовы принимать пациентов, мы принимаем пациентов. На сегодняшний день в нашей больнице находятся пациенты с ковидом, и родители находятся по уходу с ними тоже с ковидом. Они получают полный курс необходимой терапии. Есть согласно протоколам лечения, поэтому у нас есть мультидисциплинарная команда, которая включает специалисты абсолютно разных специальностей. Вот, и вот мы таким вот общими усилиями, командными усилиями мы решаем все вопросы по быстрому выздоровлению наших пациентов. Я хочу сказать, что за время мы пролечили в нашей больнице 500 детей с подтвержденным ковидом. Это те дети, которые были подтверждены ПЦР-диагностикой ковид. Они 65 детей нуждались в интенсивной терапии. Это практически 12% детей из числа поступивших с подтвержденным ковидом. Это от початку самопандемии. Да, они нуждались в интенсивной терапии. Они были, некоторые были на, фактически в очень тяжелом состоянии. Были дети в крайне тяжелом состоянии, которые были полтора месяца на аппаратах ИВЛ, на высокопоточной оксигенации. Потом долго еще мы их держали на кислороде. Но, к счастью, я благодарна своему коллективу, нашим профессионалам, молодым. Мы справились с этой задачей, у нас все дети выжили. У нас были сложные ситуации, и COVID – это очень опасная, коварная болезнь. И я вам хочу сказать, что дети, к сожалению, болеют тоже очень тяжело. И даже маленькие дети, поступающие, месячные, мы имеем колоссальные отклонения в гематологических показателях, характерные для этого ковида и тромбозы. Те, которые изменения в показателях, которые говорят о нарушениях в коагулограмме, в микроциркуляции. Мы стараемся все эти вопросы корректировать и, к счастью, благополучно. Очень частым у нас были такие случаи коварным осложнением у детей после перенесения ковидом. Это является тяжелое поражение васкулит, тяжелое поражение сосудов. И в частности коронарных сосудов, это синдром Кавасаки, вот, который может привести к тяжелейшим последствиям, там очень высокая летальность. У нас было два таких ребенка, вот, и в очень тяжелом состоянии. Одна девочка, 14 лет, находилась у нас практически 3 месяца. Вот, и были поражены коронарные сосуды, но, к счастью, обошлось без оперативного вмешательства, потому что некоторые дети нуждается потом в коррекции, в хирургическом вмешательстве. Но вот консервативным путем мы все-таки стабилизируем состояние. Поэтому надо своевременно обращаться в больницу. И, конечно, в больницу мы принимаем только тяжелых детей. И в состоянии близко тяжелому, у тех, у кого есть осложнения, неблагоприятный приморбидный фон, у таких детей, конечно, этот недуг протекает более тяжело и требует, ну, своевременной оценки состояния и назначения адекватной терапии. В первую очередь, на это повинні звертати увагу батьки. Да, так. В первую очередь родители должны понимать, если в течение нескольких дней температура высоко поднимается, до 39, она плохо купируется, это повод для госпитализации. Если ребенок до года, он высоко лихорадит,
И даже первые сутки – это тоже повод вызвать скорую помощь, скоординировать свое, связаться со своим семейным врачом. Вот, и дальше уже скорректировать, уже семейный врач или скорая помощь скорректирует дальнейшее направление ребенка в стаціонар. Завдяки нашим медикам, нашим медпрацівникам, більшість випадків все ж таки добрі, закінчуються добре, люди повертаються додому щасливі і вже з гарним імунітетом. Розкажіть мені, будь ласка, в районі вже тисячі жителів отримали паспорти вакцинації. Напевно, це питання до вас, Євгенія. Більшість, скажімо так, у мережі вже обсудили, вже встигли про це поговорити. У паспортах вакцинації деякі побачили, що перша доза вакцини, воно можуть бути різні. Ну, тобто різні препарати вколють. Розкажіть про взаємозамінність цих вакцин, чи це можливо, і як воно впливає на здоров'я людини? Перші рекомендації, які були спочатку, ми притримувалися, що вакцинували першу і другу дозу вакцини тільки одноіменними вакцинами. Так, всі до цього звикли. Так, і рекомендації були і міністерства, і ВОЗ такі. Надалі, зараз ми рекомендуємо, якщо немає вакцини, ми можемо замінювати всі вакцини взаємозамінні, але ми притримуємося принципу, що векторні вакцини до векторних, так, інші, тобто ми притримуємося принципу походження вакцини. Але нічого немає страшного, якщо ви змінили, змінився постачальник, змінилася вакцина, нічого страшного немає. Але якщо є можливість зробити ту вакцину, яку ви робили перший раз, краще не змінювати. Тобто, якщо за необхідності або відсутності вакцини, тоді можливо. А якщо все добре і наразі є вакцина в районах, то, будь ласка, робіть ту вакцину, яку ви робили перший раз. Які саме вакцини можуть бути взаємозамінними, і чи є такі люди, які самі просять, щоб ці вакцини були різними? Адже, можливо, вони вважають, що так буде ефективніше. Так, взаємозамінними можуть бути вакцини. Це Moderna, Pfizer і AstraZeneca, векторні вакцини. І якщо людина зробила першу вакцину, так, якусь конкретну вакцину, і хоче змінити на іншу, або вона переїхала, або пункт вакцинації з іншою вакциною біля неї ближче, їй так комфортніше, або з будь-яких власних причин, вона може ці вакцини взаємозаміняти. Тобто таких протипоказань немає на даний час. У нас великий асортимент взагалі вакцин, і можна сказати, що рекомендовано усі вакцини, але деякі країни, ну, наприклад, така вакцина як CoronaVac, вони поки що її не прийняли. Що можна сказати з цього приводу? На даний час всі вакцини є сертифікованими, і останні наші рекомендації, що ми можемо робити всі вакцини, сертифікати отримають всі провакциновані, і вони признаються у країнах на виїзд, якщо вам потрібно за кордон, всі сертифікати є дійсними. Тому ви можете сміливо вакцинуватися. Олено, інші хвороби не зникли зовсім. Навіть якщо казати у розрізі коронавірусу, незважаючи на пандемію, до осені не так багато часу залишилося, у нас є сезонні захворювання. Як себе забезпечити від них? Ну, ніхто... На сьогоднішній день у мене є мельцевські бокси, і туда поступают дети с другими инфекционными заболеваниями, с гепатитами, с менингитами, вот, с инфекционным мононуклеозом, с ангинами, с ларинготрахеитами, с стенозами. Поэтому вы правы, абсолютно никто не изменял. Но я вам хочу сказать, что на фоне доминирования коронавирусной инфекции количество этих вирусов все-таки значительно в процентном отношении уменьшилось. Понятно, что та плановая вакцинация, которая существовала, она присутствует, и согласно календарю прививок каждый принимает решение, родитель вместе с семейным врачом, по какому плану и по какому календарю они будут прививать своего ребенка. Вот. Я единственное хочу сказать о том, что родители должны быть очень бдительными. Понимаете, как у нас на сегодняшний день бытует мнение, длительная лихорадка ребенка, зубы прорезываются. Иногда ребенок отказывается от еды длительно, в общем-то, тоже находит массу причин. И сегодня любая ситуация, которая не характерна для ребенка, если она возникает, это повод для того, чтобы посоветоваться с врачом своевременно.
Не нужно бояться вызвать скорую помощь, не нужно бояться позвонить лишний раз семейному врачу и посоветоваться, так ли это. Потому что своевременная оказанная помощь, она не только спасет жизнь, иногда она предотвратит инвалидность. Потому что даже если иногда спасаем жизни, то некоторые вещи, ну, ситуации невозможно вернуть назад. Поэтому вот такая пропись. Будьте бдительными. Сегодня очень жарко на улице. Сегодня очень много сезонный риск повышения кишечных инфекций из-за погодных условий. Недавние ливни, проливные дожди, которые смыли с себя, ну, как бы всю Одессу фактически, все улицы помыли, и вся наша ливневка, понятно, что она была переполнена и много очень попало в море. Сегодня я вижу после ливневых дождей полностью все забиты пляжем детьми, так, особенно детьми так. до года, то я просто призываю родителей к тому, что море – это не всегда полезно. Особенно тогда, когда 35-градусная жара, особенно тогда, когда невозможно соблюдать все вот противоэпидемические мероприятия, это все-таки необходимо соблюдать расстояние между рядом находящимся другим каким-то ребенком или взрослым человеком, потому что вы правы, ни кишечные инфекции, ни другие инфекции, коронавирус сегодня циркулирует, поэтому вакцинация, она снижает риск смертности, она минимализирует заболеваемость, и даже если вакцинированные заболевают, то они переносят в легкой форме. Но особенность этих вирусов в том, что вакцинированный человек может переносить тоже вирус. Поэтому масочный режим, я думаю, что это будет доминировать все-таки по всей территории мира, потому что сегодня это факторы, этот способ защиты от контактов с носителями. Першу себе, а потім вже і, да. і сторонніх людей. Да. Багато батьків бояться вакцинувати своїх дітей. Що ви думаєте з цього приводу? І чому це відбувається? Адже зараз ну, дуже багато інформації щодо вакцин, які використовують. І батьки можуть саме побачити, що буде робити лікар, який саме вакцинує дитину. Ну, я можу сказати, що от, на мій взгляд, я все-таки працюю в лікарні, и я просто вижу ситуації, яких більше всього бояться батьки. Батьки бояться ускладнень, да? И опять-таки, вернувшись к тому, что мы преследуем, делая вакцину, мы преследуем максимально оградить ребенка от тяжелых осложнений, которые могут быть, произойти во время заболевания. И мы знаем, что каждый ребенок – это космос. Нет одинаковых детей, нет одинаковых ситуаций. И вакцинальный процесс – это все равно, вы же понимаете, процесс, который направлен на большинство детей, у которых все будет благополучно. Но особенности каждого ребенка, естественно, что они разные. И на каждые 100 тысяч населения, 100 тысяч детей, которые, допустим, вакцинируются, все равно будут несколько случаев, которые могут иметь место в осложнениях. И это статистически, ну, такая статистика всемирная. Но те 100 тысяч человек, которые сделали вакцину, они оградили себя, и они, в общем-то, спасли свою жизнь от тяжелого заболевания, в частности, дифтерии или полиомиелит. Вот. Естественно, что часть детей может давать реакции. Но на сегодняшний день мы видим, ну вот я работаю в детской третьей больнице уже 19 лет. И я вам хочу сказать, что за все это время, когда я работаю, вот, были реакции в виде повышения температуры, да, имели место активация каких-то других заболеваний хронические после вакцинального процесса. Но, к счастью, никаких тяжелейших последствий мы не видели. Но, конечно же, они регистрируются повсеместно, всемирно, потому что такая статистика имеет место. Иногда любая встреча с антигеном, с чужеродным белком, с любым вирусом, и не факт, что эта вирусная инфекция не может у ребенка, у которого генетически есть какая-то закодированная носитель какого-то наследственного заболевания, не факт, что это заболевание после банального гриппа может активироваться. И такие факторы мы тоже видим. Мы видим, что провокатором и триггерным фактором частого, иногда сахарного диабета даже, является грипп, является банальная вирусная инфекция.
То есть у ребенка есть предрасположенность, у любого человека. На фоне заболевания вирусная инфекция является провокатором. Она запускает те генетические особенности, которые были в спящем режиме. Вот. Поэтому, конечно, риски есть, но они в сравнении с общей пользой, они, конечно, минимальные. Поэтому на сегодняшний день есть своевременная помощь детям, которые нуждаются, допустим, если возникли какие-то реакции на фоне вакцинального процесса, их можно корректировать при своевременном обращении. Дякую вам дуже за розмову, дякую вам обом. Нагадаю, що ми говорили про саме вакцинальну кампанію, і МОЗ дозволило дітям від 12 років отримувати щеплення, вакцинуйтеся від коронавірусу та від сезонних захворювань, адже це робить вашу імунну систему сильнішою. Будьте здоровими та залишайтеся з репортером.